на Тасмании. По дороге с нами случилось два приключения. Во-первых, мы видели много знаков «Осторожно, тасманийские дьяволы». А во-вторых, мы видели разводной мост. Точнее, мы доехали до моста и поняли, что он загорожен, и не могли понять, как нам попасть в Порт-Артур. И, слава богу, разобрались, что мост оказывается разводной. Его разлетели, когда там проплывал корабль. Вот, мы дождались, когда его вернут на место и проехали. По дороге у нас пропал интернет и вообще сотовая связь. Оказалось, что Порт-Артур — это такая дыра дикая. Вот. Мы тут сидим в ресторанчике при отеле. Взяли тасманийского пива попробовать. Что еще? Наверное, продолжение в следующих сериях. Вот еще что. Тут замечательное панорамное окно, которое демонстрирует, что мы находимся прямо в центре живой природы. И вот что Миша сказал, когда выглянул из окна номера. Он сказал: «О боже мой, мне кажется, сейчас придет кенгуру и заглянет к нам в окно».